Друзья, всем привет! У нас проверка петель. Вот уже подхожу к первой петле. Уже вижу зайчика. Вон он. Кто-то спрашивал, хотелось бы посмотреть на подходе. Смотрите! Петли стоят у меня 4 дня. Не стал показывать, как я их расставлял, потому что видео уже есть на канале. Так что смотрите. В конце будет переход на видео. Вот заяц, зайчик нам попался, такой бравенький. Вот видите, ух ты, заяц-то еще хороший, мощный такой. Это только первая петля. Сейчас еще идем дальше проверять. Смотрите, вот попался за голову, как положено. Заяц здоровый, конкретный заяц. Ну вот, с добычей нас петель 20 стоит. Идем дальше проверять. Опа. Так, отматываем. Вот это не хромовая, вязальная проволочка. Так. Добыча есть. А вот тут снизу бежал. Вот тут у меня петли стоят на косогоре, как я рассказывал, я говорю, на косогоре хорошо ставить. Вот они здесь носятся сверху вниз. Так, идем дальше. И вот тут, смотрите, тоже не без ошибок. Что-то воткнулся в петлю, развернулся и назад умчался. А петелька вот почему-то он не улетел. Вроде нормально все стоит. Ну, это же не всегда 100%. Что-то петля как-то не так стоит у меня. Так вот маленечко надо. Так, ладно, идем дальше. Две петли проверено. Сколько уже? Петель 6, наверное, проверено. Вот еще одна петля. Вот. Пробка. Там вон петелька стоит. В петле нету ничего, пустая. Ага. Вот смотрите, тоже покрутился. Тоже. А, нет, он проскочил ее. Что-то непонятно тут. Бежал или что? Ну, вполне возможно, может, даже и днем бегал. Ну, бывает такое. Ладно, идем дальше. Так, тут у меня есть такой вот закуточек. Я отруливал по дороге туда. Там раскидал петельки и возвращался, и дальше шел. А там тоже петли стоят. Сейчас пойдем, буду снимать. Посмотрим. Петельки поснимаю, как стоят. Тут у меня штук, наверное, 6, наверное, стоит. Вот в этом отворотике. Вот, смотрите, зайка сидит. Так, второй уже заяц. Ну, это вообще, вот эта тропа, я прямо говорил. Я так и думал, что это 100% тропа такая четкая была. Так, второй заяц, добыт. Петля, по-моему, не хромовая, если я не ошибаюсь. По-моему, петелька не хромовая. Да, поднамотал он тут конкретно. Что-то зайцев-то не было толком. Вот тут место нашел. Нормальное. Кстати, хочу что сказать. У нас зайцы, добыча зайца петельным методом силковым разрешена. Так что такие пироги. Трубка дальше пошла. Ладно, идем дальше проверять. Тоже вот, смотрите, заяц пробегал. Не знаю, что тут петлю ставил, не ставил. Нет, однако. Ладно, идем дальше проверять.
А вот тут петля на старой тропе. Ну, в принципе, когда я оставил, тут и тропы и были все припорошены. Так, сейчас зайду туда, посмотрю. Ну, отсюда его ничего не видно. Ну, пойду гляну на всякий случай. Так, ну что, ребята, подхожу. Еще вижу одного зайца в петле. 4 дня. Блин, как ни ворона, никто ничего не увидел. Хотя вот иду, они крякают, летают, эти вороны. Такое, редко такое бывает у меня, чтобы еду на проверку. Ну, в принципе, у меня еще и там петли стоят. Может, там, где, если попался, склевали. Ну, это, блин, прямо удачно. У меня такое только в детстве было. Перед Новым годом как-то я поймал 3 зайцев. Мне было лет, наверное, 12. Кого? 11. 10 лет мне было. Со школы я ехал на вахте, на рабочей. Петли ставил. Потом через неделю ехал, проверял. Ну, тогда я добыл 3 зайцев. Я был счастлив и горд. Безумно. Это не передать на словах мои ощущения. Этот чуть поменьше. Но тоже заяц. Так, ну спасибо, хозяин. Ну навалил мне сегодня за 4 дня. Вот смотрите, петелька стояла. Ну тоже увидел. Может, то, что день, я не знаю. Маловероятно, что запах. Я их протираю все об дерево. Бежал снизу. Прыг. Потом вот сюда ушел. Прыг, 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 прыг. Опять на тропу встал и пошел. Так, ладно, выключаемся. Вот смотрите, друзья, какие тропки. Вот тропка. Подходит. Вот они сходятся. Вот по этой уже тропе. Вот свежий след был. Там. А там тоже есть свежий след вон. Смотрите, по каким кустам они бегают. А вот там у меня петелька стоит. Короче, ребятки, уже 4-й заяц. Я в шоке просто. Сам. Я не ожидал, что столько попадется. Но реально хотелось одного поймать, ну максимум 2. Ни один зайчик не пропадет. Все скушаются. Охренеть можно. Я в шоке, короче, сам. Да. Давно у меня такого не было. 2 попадало. Попадало 3. Но вороны успевали склевать. Поклевали. Ну, все такие нормальные зайцы. Ладно, идем дальше. Там еще у нас стоят петли. Ну и все. Больше я нынче, значит, я тогда не буду больше охотиться. Хорош. А так-то каждую зиму добываю, говорю, 1-2, ну 3 зайца. Ну все, хватит нынче, значит. Ладно, идем дальше. Крайние петли уже. Едем домой. Кто до конца досмотрел, спасибо. Еще раз хочу сказать, ребята, затягивайте за собой петли, снимайте, не оставляйте. А то удача вас покинет. Вот еще одна петелька стоит. А удача в тайге нужна. Без нее никак. Ладно, все, всем счастливо, пока. А, вот переходите видео. Здесь я рассказываю, как петли ставить.